Ну, до нашого ефіру зараз долучається Роман Світан, військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України. Пане Романе, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, бажаю здоров'я. Пане Романе, ну, низка країн у терміновому порядку виділяє зараз нам військову допомогу, і найголовніше, у нас мають з'явитися системи протиповітряної оборони. А як ви гадаєте, от ця допомога, ну, дасть нам змогу закрити хоча б частково небо над Україною? Самое главное, что мы услышали после, перед тем, как нам передают эти системы будут интегрироваться в общую систему противовоздушной обороны. Это очень важно. Скорее всего, как раз на базе системы Link-16, которая поддерживает та же, допустим, NASAMS, которая нам будет передаваться второго поколения. Это система, которая объединена в тактическую сеть обмена данными. То есть такое интегрирование даст нам определенную возможность прикрыть с разных азимутов по разным высотам наше пространство. Количество систем пока точно не ясно, но те, которые уже заявлены, говорит то количество, и та номенклатура систем, которая заявлена, говорит о том, что нам передают разные типы и разного времени производства системы от Хоуков, которым уже лет 60, и до новейших Айрис-Т, которые буквально вот выходят сейчас только с конвейеров по производству. Потому можно говорить о том, что некоторые позиции и от зависимости от количества и от номенклатуры нужно использовать, допустим, в районах западного крыла. Некоторые позиции можно ставить и в центре, прикрывать объекты инфраструктуры. А есть позиции типа, допустим, кротали, аспиды, и итальянские аспиды, французские кротали. Их можно выводить и на линию фронта, в зависимости от тех задач, которые будут поставлены такого уровня системам. Хоуки – это старенькие ЗРК, но тем не менее их очень много. Их могут нам много передать, действительно, там ракет, несколько десятков тысяч ракет произведено за все это время. И эти системы, хоть и с определенно урезанными ТТД, но тем не менее они могут, в зависимости от их количества, прикрывать, допустим, наши западные регионы, так как туда в основном идут российские крылатые ракеты дозвуковые, то есть эти ЗРК может довольно-таки неплохо перехватывать их там. Ну а дальше в зависимости, все будет зависеть от количества передаваемых систем. Допустим, одной Айрис-Т, конечно, мало, она максимум прикроет какую-то одну атомную станцию, один небольшой город или, допустим, правительственный квартал. А вот на самсы сеть, особенно если их передадут хотя бы с десяток, это уже можно говорить о том, что мы довольно-таки неплохой участок части Украины можем прикрыть этими системами. Но основное здесь все-таки общая система, интеграция всех этих систем, которые нам передают ЗРК, в нашу общую систему, причем объединенную именно в эту тактическую сеть. И скорее всего, что мы будем ее уже использовать, Link-16, которая используется и в странах НАТО. А як ви думаєте, коли нам зможуть передати от, власне, ці системи? Не буде такого, що от, як от Німеччина постійно затягує передачу озброєння? Ну, Германія некоторі позиції затягує, а некоторі позиції вона дійсно не може швидко поставити. Допустим, ті ж Айрис-Т, от вони першу тільки поставку роблять по Айрисам, і вони просто не виробляють в такому кількості і з такою швидкістю. Тому є здесь и положительный в этом смысле момент. Поставят, ну, Айрисы мы уже получаем, на самсы в максимальные сроки можем получить, я думаю, неделя-две на самсы будут у нас уже заходить. Хоуки мы можем получать буквально чуть ли не завтра, потому что они в некоторых местах уже развернуты, и нам их передают сразу, по-моему, Испания Хоуки передает несколько позиций, и очень быстро они будут поставлены. А те хоуки, которые, их очень много снято с боевого дежурства, то есть их еще надо расконсервировать, довести до ума и уже нам передать. Я думаю, в течение месяца-полутора мы все остальные хоуки получим. Очень быстро могут быть поставлены кротали и аспиды. Это системы
они маловысотные, но с хорошей более-менее дальностью. То есть их можно сразу выводить на линию фронта. Они также могут быть поставлены буквально в течение нескольких дней. Поэтому, я думаю, в ближайшее время, неделю-полторы, мы увидим вот такой поток систем противовоздушной обороны. И очень помог нам, конечно, те мероприятия помогли, которые и наше руководство предприняло по переговорам с ИЖ-7 и, естественно, на Рамштайне. Особенно Рамштайн помог. Пане Романе, от понеділок ми пережили наймасованішу ракетну атаку. Росія випустила по нам ракету на понад 700 мільйонів доларів. За даними видання Forbes, це більше навіть 1% від оборонного бюджету Російської Федерації. Враховуючи цю інформацію, виходить, що ресурсів у Росії на війну з Україною доволі достатньо. Я правильно розумію? Не все исчисляется в деньгах. Дело в том, что, допустим, ракет в год крылатых можно... Россия производила, может быть, 100, может быть, 150. Не более того. Дело не в деньгах, а именно в самом производстве и в количестве. Допустим, ракета Х-101, ее произвести максимум можно... это максимум 3, а так реально 2 в месяц. И все, и потолок. Количество ракет, которые сейчас, допустим, уже выпустила Россия по Украине из тех высокоточных, которые у нее были, оно уже превысило где-то 2/3 от общего ее количества числа, которое у них было. Они уже выбирают стратегический резерв по некоторым позициям, допустим, по позициям там «Искандеров», «Калибров», «Х-101», «Х-555», они уже выбирают тот стратегический резерв, который давно уже нельзя использовать, так как этот резерв, который был предназначен уже для обороны самой страны. То есть они уже туда залезли. По некоторым позициям уже уселись и на выборку по НЗ, по неприкосновенному запасу. Поэтому здесь нельзя говорить о количестве денег. Сколько у них бы и их не было, они не успеют просто произвести, а тем более в режиме, санкционном режиме. Пане Романе, а як ви вважаєте, чи спробує Росія знову нанести по нам такий масований ракетний удар? Тільки, будь ласка, коротко, у нас закінчується час. Да, я думаю, будет еще одна-две волны таких, как раз и не более того, так как не будет... У них просто нет тех ресурсов уже, остаются только старые ракеты Х-22 и типа Х-22, они не высокоточные. Я думаю, но все-таки на 2-3 волны у них заберется ракет. И где-то через подготовка к таким волнам происходит за неделю-две, потому можно так рассчитывать. Пане Романе, я вам дуже вдячний за цю розмову. Ще дуже багато тем, на які хотілося б з вами поговорити, тому обов'язково поговоримо про це наступного разу. Гарного вам вечора. Це був Роман Світан, військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України.